Департамент опеки, попечительства и соцподдержки приглашает самарцев посетить цикл открытых интернет-трансляций, посвященных передовым технологиям и новым возможностям в жизни каждого человека. Узнайте больше о нейросетях и искусственном интеллекте, а также о новейших возможностях информационных технологий, которые открываются для каждого благодаря увлекательному формату трансляций. Окунитесь в мир инноваций и узнайте, как современные технологии могут изменить вашу жизнь. Открытая цифровая трансляция цикла передач пройдет с 14 февраля по 12 апреля 2024 года на портале россия.рф. Администрация железнодорожного района опубликовала карточки, из которых видно, куда обращаться с жалобой, если на ваш автомобиль с крыши упала сосулька или вы поскользнулись на тротуаре. Если сосулька упала с крыши офисного здания или вы поскользнулись на его крыльце, ответственность несет собственник здания. Если вы упали вблизи аптеки, магазина или кафе, расположенных на придомовой территории, УК или ТСЖ. Если происшествие случилось возле муниципального учреждения, районной или городской администрации. Если из-за наледи или сугробов произошло ДТП, муниципалитет или Министерство транспорта. Горячий фоторепортаж с места событий. Так назвала свою публикацию в телеграм-канале администрация Красноглинского района. В уборке снега коммунальные службы района стараются задействовать все силы и подкрепляют к посту соответствующие фото, на которых видно, как идет работа по расчистке внутри квартальных проездов и тротуаров.